2024 году пожарной охране России 375 лет. Ежегодно это событие отмечают 30 апреля. В преддверии Дня пожарной охраны мы приехали на тренировку секции пожарно-спасательного спорта муниципальной школы «Старт». Но что такое пожарно-спасательный спорт и из чего он состоит? На эти вопросы ответил Денис Миронов. Он действующий сотрудник МЧС и тренер муниципальной спортшколы. Расскажите, пожалуйста, что, из чего и как вообще, что такое пожарно-спасательный спорт? Пожарно-спасательный спорт – это основа подготовки будущих пожарных, ну, то есть даже действующих пожарных. Ну, в нашем случае это будущее, да, дети, которыми занимаются, наша будущая смена. У нас 6 видов дисциплин. Это боевое развертывание, наверное, самое одно интересное, по крайней мере, любимое мое. Есть пожарная эстафета, где тушится уже огонь. В боевом заливается водой, соответственно, с водой бегаем. Двоеборье. Это как раз сотня, наша полоса препятствий и башни вместе взятый вид, и трехколенная лестница. В основном занимаются двоеборьем. Это полоса препятствий и штурмовая лестница. Преодоление полосы с препятствиями начинается с забега с линии старта. Спортсмен преодолевает забор, берет два рукава и проходит бум. Подбежав к разветвлению, спортсмен соединяет линию рукава в единое целое и бежит до финиша. Штурмовая лестница предназначена для подъема на учебно-тренировочную башню путем постепенного перехода по наружной стене с этажа на этаж от окна к окну. Не все занимаются пожарно-спасательным спортом ради дальнейшей работы в МЧС. Для большинства это интересный и захватывающий вид спорта. Все равно это считается спортом. Дети многие приходят, занимаются как спортом. Плюс очень много у нас девочек, с ними немножко, честно, сложнее. Но мальчики целенаправленно как и работают, и трудятся в пожарных частях нашего города, также мои воспитанники. И учатся в пожарной академии, в колледже учатся. Если честно, сейчас в учебных заведениях, ну, человек 15 учатся. А для меня это станет новым вызовом. Попробуем. Не смогу. Дефиле. Ладно, бегите. Так, а дальше что? Так. Сейчас будет немножко экстрима. Нужно будет забраться туда. Я не могу, мне страшно. Я не могу, мне страшно. Все, я хочу слезть. Я уже, меня все трясет, мне реально страшно. Так, все, я слезаю. Я не вывожу, я еще и высоты боюсь. Для меня. Пожарно-спасательный спорт только набирает популярность. Его активно продвигают и во Владивостоке. В нашем спорте мало контента, именно материала какого-то, где объясняется техника выполнения упражнений и так далее. Поэтому, в принципе, спрос на это был очень большой. То есть пишут из других регионов, пишут ребята, которые также там бывают, кто без тренеров занимается, кто мало об этом осведомлен. Ну и, в принципе, получается развиваться. Поздравляем сотрудников пожарно-спасательных служб с их профессиональным праздником. А с вами были Диана Иванова и Денис Подеев. Будьте на спорте!